Ой, здравствуйте, дорогие друзья. У нас очень холодно после плюс 15, и все, организм еще привыкнуть не может. Так вот, спасибо, что вы зашли на наш канал. И с вами снова Михаил. И вот эта четвертая версия кораблика Комарат Спид. Естественно, с GPS навигацией, естественно, с разбрасывателем, естественно, с камерой, естественно, с эхолотом. Отправляется у нас в Адыгею. И очень сильно просил передать большой-большой привет Адам своему отцу и заядлому рыбаку Рафаилю. Кстати, собственно, из-за Рафаиля, я так понял, этот кораблик сын и приобрел. А также просил передать привет зятю Игорю и сестре Саиде в Нижнем Новгороде. Нижний Волга, ждите Адама вместе с этим корабликом четвертой версии в полной комплектации. И я уверен, вас ждут огромные трофеи. Также привет дорогим друзьям Паше, Олегу, Юре, Васе. И обязательно ждите приглашения на рыбалку вот с таким замечательным корабликом. Всем привет от компании Комарат и, конечно, от Адама. В общем, отправляем этот кораблик замечательный в аул Хатукай Красногвардейского района Республики Адыгея. И прошу, ну не вылавливайте вы там всю рыбу, ну оставьте другим рыбакам. Так что хорошей вам рыбалки, спасибо, ждите свой кораблик. Oh,